А у нас сегодня еще один анбоксинг. Мне внезапно только что доставили одну шуршащую коробочку. Давайте-ка ее откроем и посмотрим, что внутри. Что там у нас? Что там у нас? Опа! А у нас тут ястреб-перепелятник. Маленький, судя по всему, самец. Вот. Вот такой ястребок. Вот так вот результат анбоксинга. Познакомьтесь. Это самец ястреба-перепелятника. Ну, условно зовут его Фродо. Он упал на балкон людям на северном жилом массиве. То ли ударился об стекло, оглушился, то ли попал на провод. Вот тут он чуть-чуть себе покалечил крыло, что не мешает ему летать. Вот. Я его буду долечивать. Мне его сегодня внезапно привезли. Я его буду долечивать. А вот и выпущу. А если подружимся, то, может быть, будем с ним пытаться учиться охоте. Вот такой. Я вообще таких крохотных не видел. Ну, очень маленький. Очень. Действительно, хоббит среди ястребов. Фродо и Фродо. Вот. Поселили пока сюда. А там будет видно. Будет даже видно, надолго он у меня будет жить. Или я его быстренько отпущу, как только крылышко у него улучшится. Ну, будем надеяться, что птенчик выживет. А он наблюдатель за этим всем. Любопытный. Ему больше всех надо. Да, Коня? Аж на нервной почве кушать начал. Ну что, малыш, отдыхай. А там посмотрим, что с тобой делать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы узнать дальнейшую судьбу этого ястребка. Ну и если есть желание поучаствовать в судьбе наших птиц, прошу донатить, кому не жалко. Это нам на кормление очень и очень пригодится. Вот так вот Коня кушает, Федя, он же Фродо, сидит, обживается. Позже, я думаю, он тоже поест.